Считанные дни остаются до нового 2015 года. К этому волшебному празднику готовятся задолго до его наступления, предвкушая радость и веселье. А новогодние ярмарки создают особую атмосферу праздника и дарят возможность приобрести самые разнообразные сувениры, сделанные руками мастериц-рукодельниц. За последние годы рождественские ярмарки крепко укоренились в нашей столице и даже стали традиционными. Особой популярностью пользуются ярмарки хендмейд подарков. Не только из-за богатого выбора необыкновенных и уникальных сувениров. Особая атмосфера рождественских ярмарок создает настроение праздника, а умельцы-рукодельники дают шанс каждому освоить азы своего искусства на мастер-классах. Вернувшись домой, вы сможете всей семьей сделать подарки и новогодние украшения собственными руками. Сегодня у нас здесь собрались хендмейдеры со своими новогодними работами. В отличие от других выставок, сегодня очень интересными работами присутствуют наши мастера. Работы разносторонние, очень красивые. Я даже не ожидала от наших мастеров на этот раз такого эффект произойдет. Здесь гости ярмарки могут приобрести подарки, елочные игрушки, изделия из стекла, деревянные игрушки, расписную посуду, куклы, изделия из мыла и многое другое. Под крышей Исерплаза, где и расположилась ярмарка, можно найти все. Подарки и открытки на любой вкус, елочные украшения, авторские игрушки, хендмейд бижутерию, пейп-арт изделия и шоколад ручной работы, а также массу разнообразных рождественских угощений. А самым ярким сувениром ярмарки стал пряничный домик. Это вот наш пряничный дом. Самое яркое, которое произвело огромный эффект. На ярмарке проходит распродажа шоколадных конфет и сладостей, что особенно актуально накануне новогодних праздников. Неудивительно, что и возросло число посетителей, которые буквально заражены праздничным настроением. На сегодняшней ярмарке я нашла очень оригинальное, красивое украшение, сделанное из муранского стекла. Это ручная работа, сделана в единственном экземпляре. Ну, чувствуется тепло мастера, который изготовил. По словам организатора праздничного мероприятия Эллы Багировой, ярмарка подобного рода стала традиционной, так как вызывает неподдельный интерес у покупателей и становится источником вдохновения у мастериц-рукодельниц. Словом, посетители ярмарки могут перенестись на страницы рождественской сказки, послушать музыку и насладиться новогодними угощениями. С наступающим! Мильяна Галшимова, Заур Мусаев, Хюмбет Мамедов, Азертач.